Так. Человек! Мне кажется, он посмотрел где? На меня. Да ладно. Смотрите, сверху улыбочка, ребят. Ой, обратно. Такого не было. Кстати, нет, что мы пропустили? Какая аномалия. Ну, привет. И сегодня мы с ребятами... Вау, очень ладно, широкие. Ты такая машины. Накачанная. Ничего а да. себе. А ты ничего так, Ульян. Ну да, да, Ульян, есть, конечно. А ешь такой, ну, маловат будет. Что? Ну, если вас сравнить, то будто бы ешь такой хиленький. Да? Алло. Ну, как-то да. В общем, мы с ребятами пришли в метро. Для того, чтобы искать аномалии, которые здесь находятся. И в самом начале нам сказали, что первый уровень является, ну, в общем, уровнем без аномалий. Ну, таким, базовым, да. Ну да, то есть мы можем запомнить, надо... что где висит. Да. Мы с него и начинаем, собственно. Так, ну человечек тут сидит. Мне нужно пойти другим путем. Да ладно, ладно. Я просто хотела разглядеть этого человечка. Ну вот он, красивый. А еще смотри, тут все картинки сгенерированы ИИшкой. А где? Ну, почти все. Ну, вот эти, смотри, цветастые, там сверху, я думаю, это все ИИшка. Угу. А мне интересно. Вот. Возможно. Почему надписи у них зеркально? Так-так-так, это нам надо запомнить. Ну, непонятно почему, конечно, но мы это запомним. Слушайте, ну я думаю, это, конечно, перебор будет, если я буду все эти кольца считать, да? Да, я думаю, перебор. Хотя карта не такая уж и большая, потому что, ну, просто вагон метро, и что здесь вообще может быть аномальным? Ульян, сигарету вопрошает. Ну куда? Ой! Ты... Что делаешь такое? Я подошла просто сюда. Да сигарета вопрошала, смотри, вот видишь, сигарета, вот. Вот, видишь, что не вижу. Значок отойдите. Сигареты. Там вопросик как будто, видишь? А что, нас уже обратно не пустят, что ли, все? Не. Видимо, да. Вот это ты все, пакостница, пошла она вперед. Я просто не знала, что мы уже так проходим тут. Да нет, ничего страшного. Так, а мы все равно, господи, что происходит? А меня не пропускают. А в смысле, ладно, пропустите? О, спасибо. Вернуться назад? Нет. А что? Вернуться назад, если... Вы поняли, да? Вернуться назад можно, нет. если мы не уверены, что здесь отсутствуют аномалии, мама. А что произошло? А почему да? Выбрали да. Что происходит? Нам сюда же, да? А что делается, ребят? Я не знаю. Ну, может, мы идем вперед. Да, посмотреть. Так. Человек! Мне кажется, он посмотрел где? На меня. Да ладно. Давайте нет, мы не будем возвращаться назад. А подождите, а почему так быстро мы должны решить, что это за бред? А тут была косметика напротив него, я не помню, ребят. Да-да-да, было. Да-да-да. Тут вроде все так и было, что? Все, я поняла, мы идем еще что вперед. Да нет. Все отлично. Слушайте, а я не помню эту вот картину. Ребят, смотрите, а вот так вот черное было? Нет, я думаю, не было. Не было, конечно. Я бы заметила. Так нам надо обратно или как? Подожди, ну ладно, ну пойдем сюда, наверное. А нет, нас подожди. Пустят ли? Подожди, ну. А, ну вот, да, можно, да? Зачем обратно? Нам разве чтобы... не нужно пройти дальше и сказать, что там аномалии, вот это вот все. Ладно, ну я не знаю, ой. Ой. А что произошло? Ну это мы вернулись, потому что кто-то нажал, что мы возвращаемся. Это я нажал, но я потом убрал. Ну да не убрал, да, но осталось. Ага. Ну ничего страшного, сейчас мы разберемся. Надо я понять, не понимаю. Как это работает. Если честно, я ничего не понимаю. Зачем нас спрашивают постоянно, возвращаться нам или нет, если мы идем вперед. А, тут написано повернись назад. Вместо того, чтобы тут было написано где? Что-то другое. Ну вот тут, вот наверху. Наверху? Слушайте, я наверх вообще не смотрела. Ага. Я смотрела только на надпись, что не нужно прислоняться к дверям. Так, ну мы идем вперед, правильно? А может, типа нет? Почему нет? Вот тут, вот. Ну ладно, я не понимаю, что мы делать должны. Я тоже не понимаю. Ну я думала, как... А где наш уровень вообще? Вернее, в отеле. А не знаю. Так, а подожди, в чем смысл? То есть мы что, каждый раз будем проходить вперед или что? Нет, если нет аномалии, то мы, наверное, должны пройти вперед. Если есть, то, наверное, назад. Но здесь же есть аномалия или как? Если вы обнаружите аномалии, немедленно вот, возвращайтесь. Видишь. Если вы не нашли, не возвращайтесь. Вот ну и все. Вот. Так, подождите, а где вперед? Это сюда? Я думаю, вперед это сюда, ладно. Как бы. Это сюда, потому что нам там писали, что нам нужно пойти другим путем. Все, теперь вернуться назад. Нет, правильно? Потому что зачем? Ну, он тут... Ну, а мы знаем, может, тут аномалии есть. Ну, вроде нормально, вроде А зачем нет. нас спрашивают?
Пустите нас, пожалуйста, идти вперед. Да. Очень хочу вперед. Хотелось бы, конечно. Все, и мы говорим нет, потому что правильно сейчас. Ну, пока что нет, а потом, если мы найдем аномалию, нам нужно будет вернуться и тогда сказать да, это надо упереться, наверное, туда. Все понятно. Угу. Это зачем-то просто нас решают спросить еще раз. Да. Ну да. Идем это вперед? Уже идет. Мы все уже идем? Я. Ничего ладно. Нету. Угу. Ладно. А какой вагончик у нас тут написан? Аномалия, нет? Наверное. Нет, смотрите, там дверь открывается. Вот впереди. Где? Открывалась да? Дверь сама по себе, да. Туда-сюда, туда-сюда. О, значит, это аномалия. Это аномалия? Значит, нам... Тогда мы возвращаемся. Зачем мы идем тогда дальше? А как? Ну я думаю, она же не открывалась сама по себе, правильно? Я не помню такого. Ну там и темно так было. Вроде бы и не она было. Открывалась, так закрывалась. Ой, тогда... да, возвращаемся. О нет, вы пропустили аномалию. Да... Так мы должны были вернуться. Да, мы вернулись. Так, и, видимо... В игре же самой написано, что если аномалия, возвращайтесь, и мы вернулись. Ха. И чё? А может надо типа... Ой, а что случилось? А, ой. Может надо дойти до конца и там нажать, типа вернуться? А я там не вернуться, не там есть идти вперед или не идти вперед. Ну, да. Да? Ага. Тогда бред. Бред. Ну, сейчас я не вижу аномалий. Так это нулевой. Ой, коридорчик. А этот плакат второй был? Потому что это нулевой. Да. Так это нулевой, конечно, тут все было. Ну да, ну ладно, хорошо, пойдемте. Так, вернуться назад. Нет, мы не хотим, спасибо большое. Нам нужно Подождите. А там было только два плаката. Или... Они в обратную сторону, если назад смотреть, то... Да. Да, их нет плакатов, а здесь есть плакаты. Прикольно. А тут такая была женщина или другая? Давайте сделаем так, что такая. О, пока нормально. Хорошо. Ой, блин, туда. Вон, она опять открывается. А может, тогда надо? Может. Открылась дверь, закрылась. Возможно. А, возможно, это просто открывается, потому что наша открывается. И это, типа, одновременно Смотрите, сверху происходит. Улыбочка, ребят. Ой, обратно. Такого не было. У нас чистенькие вагончики, поэтому, да. Собственно, сразу заметно, когда есть аномалия, когда нет. Так, вернуться. Ну, если нам сейчас скажут, что «о, нет», ну, я, конечно, буду то злиться. То я буду злиться. Ну да. Так, а мы теперь куда идем? Нет, вперед. Третий, все ок. Ага, все. Где третий ты нашел? Третий. Вот, ну, вот третий. Слева написано. О, написано, так блин. Да. Я думала, где же пишут, оказывается. На дверях. Ну, вроде все. А в этой картине девушка закрывала. Да, вроде все ок. Ну ладно. Каждый раз что-то новое узнаю. Так, вперед. Ну все, я примерно поняла, как играть в эту игру. Так, дядька сидит. Чемоданчик на месте. Ёлки-палки. Что мне там кажется, было? У него лицо другое, нет? Он какой-то недовольный, а мне кажется, он был, ну, нейтральный. Да вроде такое. Да? Ну, ладно, хорошо. Ага. Ну, смотри, там на двери... Так, давайте возвращаться, смотрите, что там с дверью. Что там с дверью? Ой, да. Ну, посмотрите. Ой, я обратно, спасибо большое. А-а-а. Можно шифтовать, кстати, ребят, если что. Отлично. Удобно. Кто быстрее меня нажал, как вы это сделали? Ой. Знаете, вот что неудобно, что мы мешаем друг другу. Наши вот эти огромные аватары. Конечно, у меня кстати, еще, наверное, пятый уровень. Вообще с ума сойти. Рекорд. Пятый уровень, это лично. Надеюсь, их всего 8. Надеюсь, их всего 5. Но это тоже хорошо. Слушайте, ну вроде чё, да? Так, да. Я думала, картины местами поменялись. Так, ну все хорошо вроде бы. Так, чё, а у нас есть... Вперёд? Пойдёмте, да. У нас, если что, две жизни, да, я так понимаю? Или это непонятно. Неправда? Ну, вроде мы пока живем. А мы ошиблись в этом раунде или в предыдущем? О, нормально, ребят. Вот пока живем. 6. Вот это да. Тут вроде все как и было. Сверху тоже. Слева, картинки. Справа. Слушайте, картинки. Ну пока что аномалии, вроде, да. Которые мы замечали, это просто грязный вагон. Не то чтобы это аномалия вообще в жизни. Кстати, нет, что мы пропустили? Какая аномалия? Ну мы не хотим, конечно, купить. Зачем нам это? Так, это мы сначала, да, начали? Да. Да, да, нулевой. Ладно, так, интересно, что же там было не так? Ой, подождите, а тут на первой двери одна наклейка? На правых одна наклейка? Должна быть. А, такой, значит, это была аномалия. Да что происходит, господи? Так. Ой, тут вот аномалия есть уже. Аномалия. Все обратно, обратно, обратно. Хорошо, а где вы ее заметили? А там надпись кривая. А, хорошо, ладно. Опа, обратно, там снова рожица.
Да. Где? А, наверху, хорошо. Стоило мне сказать, что как-то мало аномалий, и вот, пожалуйста. Ага. Так, вроде все ок. Так. Вроде все спокойно. То есть слева у нас надписи на двух дверях, а справа с одной, да? Да. Хорошо. Что, идем дальше или нет? Да, ну, пойдемте, что делать. Так, у нас, кажется, рекорд был 6 вагончиков. Вернее, ну, 6 уровней. Ну, вроде да. Так, а пока что живем. Хорошо. А, шифтовать можно, отлично. Ага. Все забываю. Так, ребята, обратно перевернуты. Да. Да. Ура, я заметила что-то. Так, а тут, что тут у нас? 5-й, кстати говоря, уровень. Угу. Вроде все хорошо, все ок. Есть какие-то у вас сомнения, может быть, по этому вроде поводу? Вроде нет. Ну, у меня нет, если честно, поэтому давайте вперед. Давайте. Сейчас такие, о, нет! Да нет, уже нормально, нам бы сразу сказали. А, не ок. Ой, ребят, обратно. Ага. Что там? Надписи, надписи, смотрите. А, наоборот. Хорошо. Поздравляю вас с рекордом, кстати говоря. О, 7-й? Так быстро? Да. Ничего себе. Блин, ну нельзя накаркать. О, обратно. Надо. Смотрите, да, грязь слева пинкая. Запачкали все. А, хорошо, ладно. Ой, по-моему, тут сразу аномалия. Ребят, аномалия сразу или а, надо... А может, это типа конец? А, это конец, реально. А, все? Да. Подождите, а если здесь есть аномалия в этом вагончике и что? Ну, сейчас иди нас ты вперед. Спросят, наверное. Ладно, я пойду. Ой-ой-ой. Ой. Это все? Получается, это все? Я ничего не пойму. А, я ничего ну, не пойму. Типа, да. Ну, да. Ну, там, find out, типа... Не выясню. Ну, не разберусь, да. Угу. Возможно. Может, в общем, у метро нет какого-то заключения. Ну, не разгадали мы загадку. Ключиком. Да, возможно, нам нужно будет еще раз прийти. Ну, типа с разгадкой, типа как и здесь. Ну, вообще, если честно, это грязные стены в метро, это разве аномалия? Разве странные надписи подчёрканные? Я хотел пошутить. Будто бы да. О, смотрите, тут прям... И аномалии пропустили, что? Подытожили. А. Как? Она же, мы а еще не готовы. А, как нас мы же, а может быть, ну, нам надо с первого раза проходить все. А, о, мы трижды умерли. Ничего типа, себе. Три раза пропустили типа, что, аномалию. Ну да, три раза. Блин, интересно. Ну, мы в любом случае молодцы. Мы быстро прошли все. Внезапно. Ага. Слушайте, ну на самом деле классные игры. Мне так нравится. Ой, у меня лицо аж, смотрите, что с моим лицом. Погоди, какая у нас концовка? Есть такое. Да, непонятно. Ульян, какая концовка? Ульян, кажется. Или у нас никакой концовки нет? Типа, чё? А чё с вами? Возможно, наш меч удалили из Роблокса. Я, конечно... О, нет! Конечно, ничего не хочу сказать. Серьезно. Но мы недовольны. Ой, ясно, да. Понятно. Да, ну вот примерно такие лица у нас сейчас в жизни, мне кажется. Просто что? Роблокс опять? Спасибо. Спасибо. Но игра-то классная, мне нравятся подобные игры, где ты ищешь аномалии, и я надеюсь, что появятся в скором времени новые карты, а на этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! Пока! Пока!